Что ж, стартовый молот, да, не сработал. Увы. А что я хочу? Скороду по скидке всегда можно держать в качестве предмета на этот. Факел мы точно крафтим. Факел-то мы точно делаем. Я, короче, оставлю сковороду на случай с этим. Свинку лучше купить, чем огоньки, на самом деле. Короче, я оставлю сковороду на случай прихода этой баночки, которая в Экскалибур крафтится. Еще даггеры на пироманте с молотком, и даже два даггера лица ломают. Я как-то пытался, они жутко проседают по урону. Не знаю, вообще не варик, как будто бы. А. Будь здоров, спасибо. Че еще купить? Траву просто взять сюда. Давайте рольнем. Поищем что-нибудь. Уголек, например. Кайф. Огонек. Так, сейчас пускай дерется, я надеюсь, мы выиграем. Пока она дерется, я пойду. Дверь закрою, прохладно что-то стало. Какой контент? О каком контенте вы говорите? Я не понимаю. Что за контент? Жесть. Ого, пока стримера нету, контент на стриме появился. Ну, не то, что со стримером. Шипа-щит бесплатный. Пойдет. Кстати, надо было вообще вот так вот сделать. Ладно. Ну, допустим, не знаю. Поехали. Да, но ты не можешь покупать шипоперчи в даггерах с молотом, а молот важнее, чем шипоперч. Потому что молот это. А, мой больше урона настакал. Повезло. Блин, а он быстрее настакал 12 хита. Если есть 12 хита, получай больше урона. Нет! Но он, у него-то перец. Неудивительно, что он его настакал. Фу, найс. Слушайте, может в лед пойти? Ну, типа. Нормальный план? Может и не в лед, может прям в этот 10%. Я пока потихоньку начал в святую сковороду идти, хз. Не очень хочется хангри лочить, конечно. Честно говоря, не очень. Честно говоря, не очень. 2-3 банана можешь спокойно поддерживать стамин на уровне базовой. Да не. Базовая регенерация, держать перчатку. 2-3 банана. 2 банана даже просто на соло этот не хватает. Если так-то. Увы.
Хотя бы свинку купил. Я не про перчатки, я говорю, для соло, даже соло не хватает даже этого. Блин, я его не убью никак, он мне миллион блайндов навесил. 65 шанс. Да. Первый лосс с факелом. Да. Ну да, ну да, пошел я нахер. Что дальше делаем? Ролим. Опять ягоды. Я, короче, собираю кучу всяких ягод, но... Каковы шансы, что... Каковы шансы, что прокнет этот? Никаких, по-моему. Как, когда уже пора? Legendary 5%, маловато. Тут прям все на этот, на... Век... Какой у нас вектор? Мы ждем Divine Pot. Да, это, конечно, ужасный вектор на самом деле, если... Если быть честным. Ну, что поделаешь. Других у меня нет. Чеснок сильнее банана, как будто бы сильнее. Да, ситуация. Блин, неужели я не могу как-то расставить так, чтобы... Вот так вот. А, или нет. Come on. Моноторч не могу собрать. А, вообще могу, кстати. И что я в Моноторч буду с Моноторчем на маге буду делать? У него генерация манны нет, у него есть только трата манны кальцифером. Да, могу, но... Во что, в драконов вокруг Моноторча поставить? В таком случае с драконами, конечно, лучше не Торч, а этот... В таком случае лучше было бы после мастера будет грандмастер, а что будет после него? Хоть мультик покажет, будет ранг, который называется грандма. Она же бабуля. Блин, ну вообще это хотя бы как какой-никакой стабильный выход. Хотя бы во что-то, да? Ну вообще, как бы... Надо прям сразу собирать. Давайте попробуем манафакел. Не знаю как, не знаю во что, но попробуем. Попробуем. Может быть, реально манафакел с драконом звучит как будто бы не так плохо, не знаю. Нужно было, наверное, по-другому расставиться, чтобы чеснок побольше, ягодок плохо. А, нет, нельзя было. Не знаю. Может быть... А, вот здесь вот надо было. Вот здесь вот можно было ягодку с банкой поставить, что-то я поторопился. И вот стамина закончилась, и вот мы умираем, но мы крафтили факел, поэтому ничего удивительного. Кожаная броня. Кстати, манафакел, по-моему, со льдом можно сыграть, да? Не, не уверен. Да, блин. Да как же он поджигает-то? И вот кожаная броня, есть под лед еще. И вот он вопрос. Нормальный ли это план? Или нет? Лед с манафакелом. Там мана нужна, чтобы с этой книжкой напихивать. Ну так мы ее тогда наоборот тратить будем. Да? Нам вообще сейчас мана-генерация как раз-таки нужна. Любая, да? Типа, одна ягодка — это очень слабо.
Шипоперчу с Губертом. Вначале еще броню надо пробить. На боссе это Twitch. Я видел уже этот ник. Банки еще. Я этого берса не пробью. Сколько бы хита я там себе не стакал. Не. Здрасте. Это очень хорошо. А что еще? В этого, наверное, в кальциферы идем, да? Получается. Ломание. Да. Торнвип бы попробовать нормально. Есть этот. Чё так много? Стамины ты жрёшь. Блин, я не хочу в этого факела оставаться. Вообще, я же в драконов планировал, да, наверное? Шапку просто купить или нож, чтобы хотя бы усилялся от этого. Давайте вот так хотя бы сделаем. Сейчас в драконов, наверное, пойдем. Вот хороший план, как будто бы. Знаю, теперь бы еще вот это вот все вот так вот переверну. А, да. И получится то же самое. Гумана Блейтон стамин. Я знаю, что он мало стамины жрет. Я думаю, что я даже Огни Дагер сейчас сделаю. Прям пускай будет, пофиг. Нет, Моноблейд, ну... Я хочу его делать, но это надо вместо факела. Не, у меня сейчас под факел драконы пойдут. То есть факел будет один, факел, нож и драконы. Этот я просто продам, никаких Моноблейдов у меня не будет. В общем, план такой примерно. План примерно такой. Блин, может быть, стоит уголек. Он знает, у него нет драконов. Ой, драконов говорю. У него есть гребаный феникс. Еле-еле жесть. Крузейдер есть. Крузейдер. Чудом. Чудом. Могу ли я в круза пойти? Под мана факелом. Ремувываем два бафа, получаем этот. Факел стакается в лейтгейм по урону. Зато скидка. Драконов надо еще найти и вытащить, и типа закинуть. Может, в два факела останемся все-таки. До скидочного круза возьмем. Он универсален, типа, можно... Драконы ману не жрут же. Там есть один дракон, который жрет ману. Он вначале еще дает 4. Стамину не жрут, нет. Ну, а типа, ну и что? Я думаю, надо попробовать сейчас начать выживать на Крузейдере. Пока Magic Torch и Burning стакает мне урон. Не знаю. Может, я не прав. Криты. Молоток. Раз он просто по скидке, это очень хорошо. Только из-за скидки взял. Драконий корп, блин, ну один-то нужен. Ты же в лед хотел, да я во все хотел. Почему не в ноже, кстати, камень? Ошибка. С той броню надо найти, да? Чтобы хоть что-то из этого сделать святым. Желательно все три оружия сделать святыми, да? Что мы там блайндухи какие-нибудь накладывали. Так, ну ядовитого блайндового чела я вынес, окей. При том, что сам в блайнде сидел. Ха, рапира сейчас просто хороша. Взять ее, короче, вместо факела. Рапира сейчас просто топовое оружие. К магическому факелу очень даже.
Да, просто топ. Чё ждём-то? Да я тоже думаю, типа, чё ждать-то? Берём вот так вот и всё. Ну, погнали. Надеюсь, мне вообще манны хватает. Ага, так уже нормально не расставится, да? Потому что рапира. Да не, значит... Значит, лучше так сделать. Криты же еще. Песочек тоже возьму, пускай будет. Песочек всегда хорош. За два-то. О, опять эти манафакелы. У меня тоже манафакел, тварь. Возможно, я буду сильнее, чем ты. Ха-ха. Возможно, он мало кританул, не знаю. Метла. Мэджик. Этот, не... Ха. Ну куда мне? Куда, куда? Шапку берем просто по скидке. Драконий посох, не смысл. С факелом это манны никогда в жизни не хватит. Юзать драконий посох одновременно с факелом. Никогда. Сколько мне огня, интересно? Когда драконик вообще прокает или нет? 10. О, промахивающаяся рапира дает удачу. 10 огня. Да чё же у меня огня так мало? Видимо, мне очень нужна это. Мне очень нужна святая броня. Твою ж. Вау. С нашим-то количеством оружий. Типа... Что? Не, Феникс вряд ли. Типа, зачем? Надо ускорять манну. Все надо ускорять. Подожди, у меня же есть шикарный активатор рба в виде... В виде этого Burning Banner, почему я об этом не подумал? Вообще супер топовый активатор. Уже бы как-то от вот этого вот отказаться, да? Жрет стамину? Феникс не жрет стамину, нет, но... Куда его? Настолько хита, не, он убивает тебя, Феникс. Вот что он делает. Жаль, не станю ничем, чтобы нож мог быстрее. Вот это прокать, да, камень. Заморозочки. Да, жаль, что я в ледяной билд не пошел. Ля, кастет с Gloves of Power. Я, кстати, мне кажется, часто начал Gloves of Power видеть. Видимо, это как-то связано с тем, что их забафили аж до 5 блока за это. Рапира, блин, давай тащи. Хила нету. Ну, вообще, есть, типа, баннер, но без скидки его брать. Ну, вообще жесть. Мне все еще нужна стамина, поэтому я подумываю взять второй банан. С моими, блин, количеством оружий. Именно заморозку соло вытащил, но он жесткий, да. Еще одна шапка. Героик пот. Это очень нужно. Ну куда его вставить? Продадим Губерта. Губерта по скидке прям продавать не хочется, да. Может от щита уже отказаться. Да Губерта поставить, он как будто лучше будет. Проблема в том, что мне расстановка под Губерта вообще не устраивает. Я не знаю, куда его ставить. С манокамнем, с этой рапирой, типа, вот так вот. И что тогда? Куда мне манаорб пихать? Грейжный героик? Всегда грейжный героик.
Можно ботинки продать. Ботинки ж кусок говна. Конечно же, это в любом случае всегда грейженные герои. Это точно. Блин, еще одна шапка по скидке звучит топово. Только кидать ее некуда. К сожалению. То как-то кринжово выглядело, да? Активировать Губерта этим. Почему-то я уверен, что я могу это как-то запихать. Или нет? Пофиг. Окей, поехали дальше. Не знаю, честно, зачем мне сейчас Губер. Ну, потому что мне как раз-таки хил не помешает любой, даже хил на 9, хоть это и не чили, блин, Губер. Давайте, выпейте банку и ваншотните его. Ну, гребаная святая сковорода, как же она сильна. Просто жесть, я ничего и не смог сделать. Охренеть. Шипощит. Любой щит хорош всегда. Ну, типа, его нет смысла убирать просто так. Перец бы найти. Дракон, еще один банан, еще один нож, когда мы не станем врагов. Зачем? Ускоряться при помощи птички. Мне бы чили реально найти сейчас. Хотя бы один. Вольпер как будто бы нет. Вообще, мне святая броня так-то нужна. Блин, ну, скидочный. Да ладно, берем скидочного... Феникса, что с ним делать, понятия не имею. Может, правда броню уже выкинуть, банку купить. Не такая крутая, конечно, генерация хита, чтобы с Фениксом играть еще. Факел под Фениксом. Феникс бьет быстрее, чем даггер, а значит, да. Да, и куда? Без банки никуда не... Нет, не залезть. Давайте сумки искать. Прощай, наверное, четырех... Трехголдовая шапка. Я буду по тебе скучать. Может быть, банан надо убирать, раз героик есть. Еще один мана-орб. Скорее всего, надо, но не уверен. Можно Феникса крылом под Губерта и при этом заряжать и рапиру. Так, в смысле... Ну, тогда еще на один слот вперед двигаемся, да? Можно, кстати. Звучит не так плохо. Идея кайфовая. Минусов в этом нет, как будто бы нету. Минусы в том, что фанипаки на Фениксе. Хотя он под двумя бафами, ледяным и этим.
Да нормально, наверное. Можно два фаника вот сюда вот переставить. А как тогда? Как тогда расставиться? Да хер его знает. Так, минусы вот, в принципе, нашел минусы. У меня активации сферы говно. Так вот лучше. Залечим его урон. Ну, или жар споем. Ну да, теперь я тоже так думаю. Нормально. Ну ж, блин, конечно, то, что он тратит этот огонь, вот это вот плохо. 11 огня. Я вообще хоть когда-нибудь собираю 15 огня, чтобы гритануть? Нет, потому что у меня нет стабильной генерации огня. У меня нет чесночка. Вот этот вот шар бесполезен. Блин, да помри уже, в смысле? Спасибо. Ха, шар бесполезен, а я говорил. Он взял и пришел еще один. У меня нет ни одного святого предмета под баннер. Найс, играем в святой баннер. Кайф. Хочу выкинуть даггер. Активатор последний будет у меня без даггера? Будет. Без даггера. Мне, кстати, тоже не нравится то, что я не могу критануть. Да, я думаю, что даггер в помойку. Хорошая мысль. Еще банан. Наверное, нет. Да, ну поехали дальше. Че, лед вообще тащит, не? Мы хоть как-то... О, метовый дракон. Я думаю, все еще достаточно метовый. Я думаю, он меня уничтожит. Я не успею ни настакаться, ни забафаться, ни критануть, ничего. Га-га. Святая броня есть. Мне не выпало до сих пор. Я до сих пор без святой брони играю. Типа, че, как вообще, почему? Что здесь делает Губерт? Есть огненный щит, класс. Только не Муншилд, наверное, а все-таки Саншилд. Sunday, sunshine. Скорее всего, луз сейчас уже ни одного святого предмета. Манор, Magic Torch работает довольно медленно. Ты не считаешь, что котел нуждается в нерфе? Котел, мне кажется, сейчас довольно сильным. О, еще один этот чел, только у него почему-то факел неправильно стоит. Актер не иначе. Ну, кто из нас разогнался больше? У меня Феникс. Слушайте, я не хочу 4 забирать, я хочу в бесконечку попробовать пойти. Ну да, святая броня, наконец-то, блин. Что мне сейчас делать с этим всем? Можно получить больше брони, если выложить их рядом. Но лучше сделать так, да? Да, хоть как. Ну, еще есть, да, корона в качестве холи слота, но вряд ли, если честно. Я сейчас буду ее брать. Походу без. Хотя, вот можно вот так вот птичку поставить. Нахер банан, короче. Сделаем вот так вот.
Пофиг, что стамина не хватит. Кому нужна стамина? У меня весь урон от Феникса идет. Без шуток. Феникс мейн DPS просто. Базовый рюкзак перенести вниз, а слоты со щитом к броньке. Ну, наверное, можно, кстати, попробовать. У меня все равно столько стамины нет, чтобы вот так вот юзать, да, поэтому... Хорошо, что хватило. Да, неплохо. Огоньки есть, все есть. Ягода здесь. А, здесь все усиляется, здесь все неплохо. Здесь, ну, типа, как что есть, то есть. Можно так переставить. Разницы никакой вообще нету. Птицу куда-нибудь в этот слот нет. Вниз. Так мы будем ускорять ненужный камень. Мы хотя бы ускоряем факел. Факел важно ускорять. Рапиру. Да. Единственное, можно, знаете, что сделать? А, ну тогда святые шмотки под баннер не садятся, да? Блин, у меня вообще, в принципе, святые шмотки под баннер не очень садятся. Может быть, вот так вот бахнуть? Тогда нахер птицу и оставим банан. А еще лучше ягоду. Видимо, нахер птицу временно. Баннер щит и броню достает. Да, теперь да. А можно было, короче, вот так вот его поставить. Сделать вот так вот. Тогда он еще и в фанни-паке будет. Это классно. А, да, проблема. Увы, Ирге. Нет, не проблема. Подожди. Куда мне... Стой! Куда мне поставить второй огонек для брони? Никуда. Оп, выше на клетку. Орб выше на клетку можно. А, так, огня все еще не хватает, да? Значит, все-таки придется так делать. Идет. Если... Стоп. Все, вот теперь точно хорошо. Ну, надеюсь, выживем. Че, два сердца у нас всего лишь. Очень нужна Holy Armor. Блин, она, правда, с Фениксом. У меня совершенно не хватит генерации огня. У меня вообще нет генерации огня. Что щит? Что с щитом не так? Щит не задевает баннер. Все, все, простите. Простите, пофикшено. Пофикшено. Что ставить? Блин, вот так вот вообще-то как, ну, птица-то получше будет, чем банан. Явно. Вот так уж точно птица будет круче. Баннер трогает, вообще кайф. Нет, монорб сейчас хорошо стоит. Прям очень хорошо. Все, поехал. Уа, спасибо за фол. В смысле, с баннером места менять? Зачем? А, да, тогда он бы 4 слота... Нет, он вот этот вот слот все равно бы не трогал. Какие 68 яда? Почему меня это побеждает? 16 регена, давай, тащи. Феникс уже риснул. Чё у тебя? Ты две кожаные брони, щит, банка. И все это просто с одной змеей и косой. Да. Mm-hmm.
Или факел, кстати, да. Ну, типа, стоит все хорошо, но... Увы. К сожалению, почему-то не очень сильно. Может быть, сердце взять еще. Да, можно вот так вот сделать. Можно было сразу так сделать. Куда мне сердце пихать? Феникса, баннер, вот так вот получше будет. Губерта в топку, перца-то так и нет. Да, куда его? Ну, типа, он стоит и хиляет по чуть-чуть. Ничего страшного в Губерте нету. Типа, работает, ну, типа, слоты есть. Чё я делать буду? Чё я буду продавать сейчас или что? Да ничего, вроде как. Так, бафы снимательны чейн-випе с гига-бронёй. Бёрнинг куалом я неправильно расставил штуки, хотя так этот превращается, да? 7 регенераций. Ну, регенерацию он снимает, хиты заканчиваются. И он только-только вышел в берса. Все, я проиграл это по-любому. Минус 4, да? Да, минус 4. А надо было брать плюс 4. Минус 3, но мог взять плюс 4.